И закомпоновала Арина очень интересно. У нее диагональ такая прочитывается. Один из цветков уходит в левый угол. Внизу подчеркнута эта же диагональ каким-то лепестком. Все четыре угла у Арины разные. Обратите, пожалуйста, внимание, как она пишет вот этот серый, не асфальт, а вот плитку, которую, да? Какие краски она использует и какой тон, насколько плитка теней. Потому что когда мы смотрим отдельно на нее, нам кажется, ой, какая она светленькая. Но когда вы смотрите на цветок, который на фоне этой плитки, вы понимаете, что цветок светится, да, по сравнению с этой плиткой, с ее тоном. Марин, не тормози, у тебя все хорошо ушло, никто не тормозит. Все внимательно наблюдают и работают. Это очень хорошо работать во время мастер-класса. Смотрите, делать так же. Причем они еще и объемные, потому что уже изначально видно их форму, строение. Не надо ничего бояться. Бери плотнее, хорошо? В рисунке у меня такая решительная, так замечательно делаешь конструктивно все, а здесь почему-то растерялась.